Всем привет! Я Мизуки. Скорее всего, вы задавались вопросом, как же попить воду из кружки, у которой нету ручки, и опять задаетесь этим вопросом. Но я знаю, как это сделать. И сегодня я специально для вас покажу свою собственную презентацию. Всем привет! И сегодня... Сегодня я вам покажу, как запить воды из кружки, у которой нет ручки. Так. На ваших глазах я присоединяю... Это первый вариант, как я присоединяю эту штуку. И наконец-то вся получилась. И сегодня я решила вам продемонстрировать, как же вы можете брать стакан. Как вы можете заметить, это просто невозможно. Именно из-за этого я стараюсь это сделать, чтобы открыть и получить Нобелевскую премию. Вот, и я присоединяю, и у меня все получается. Но есть второй вариант задачи. А нужно сделать, нужно присоединить эту штуку, и как вы можете заметить, я начинаю на ваших глазах ее присоединять. И это не значит то, что я ушла на один год. Что ж, у меня это получилось сделать, и теперь все просто шикарно. Сейчас на ваших глазах я попробую попить воды из этой кружки. На ваших глазах я ее пью. Из-за того, что монетизация, я даже не получаю. А из-за того, то, что я, по мнению Ютуба, малолет, хотя, скорее всего, так и есть, я не могу показать лицо, поэтому и так обойдетесь. Я пью. У меня наконец-то получается попить воды. Теперь вы знаете, что не стоит выкидывать кружки. Я ставлю огромный лук. Солнышко пекуте.